Говорят, из-за снегопада много пострадавших. Отдельных палат нет. Побудь пока с ними. Так я что, буду тут жить? Не постоянно, но какое-то время придется потерпеть. Со всеми этими людьми вместе? Ну, что делать? Что значит пожениться? Значит, что мужчина и женщина живут вместе, любят друг друга и друг друга берегут. Значит, мы поженились с этими людьми? А? Когда мужчина и женщина живут вместе, когда они любят друг друга и берегут, это значит пожениться. Я все это знаю. Ложись спать. А, нет, вот еще. Мы все поженились с вами. Я так счастлива. Сначала мы с вами поженимся, а в следующий раз с Ходжунже сможем. Ей нужно сделать МРТ головного мозга. Да. Что? Чего звонишь? Ходжунже. Как мне быть? Случилось страшное. Что? Мне запретили есть. Всем дали нормальную еду или низкокалорийную. Даже особое блюдо дали, а мне нет. Что мне делать? Как это что делать? Надо подождать разрешения врачей. Ходжунже, как же ждать голодной? Просто ложись спать. Как только пытаюсь, он так и стоит передо мной. Кто он? Чампун. Прямо трагедия. Из-за Чампуна я не могу спокойно спать. Ходжунже. Ходжунже, ты ушел. Поймите, ей стало намного лучше. Внутреннего кровотечения нет. Будет операция или нет, не ясно. А держать пациента голодным, как волк, не лучшая идея. Это обычная предосторожность. Скажите, вы что, врач? Это сейчас не важно. А еще, прежде чем назначить такое, пациента нужно предупредить, правильно? Да вы лишили эту бедняжку главного счастья в ее нелегкой жизни! Да, теперь ее психика даст сбой! Вы будете отвечать за нервный срыв! Чон, для вас особое блюдо. Чампун с мидиями. Простите, эта женщина потеряла дочь, и она в отчаянии. У меня тоже дети, и я... Кто тебе деньги платит, а? Больница или эта нахалка? Хочешь вылететь с работы? Или мне лишить тебя обеда в больнице, а? Ну? Да. Что? Вы правы. А? Да, простите. Господин! Как вы живы? И ему пропишите голодание! Пустой желудок — это ужасно! Да! И как это? У нее же сломана нога. Мы проверяли в скорой. У нее был перелом берцовой кости. Вы видели мой полет? Даже чемпион по тхэквондо не способен ударить с такой силой. Вот именно. Что случилось на улице? Берешь и даешь. Чего? Этот человек ударил мужчину по ноге, а я в ответ ударила его. Что это с ней? Бред больного? Мы тоже так подумали и сделали томографию мозга. Нет, нет, нет. Она не сумасшедшая. Авария была подстроена, а больной она прикинулась. Хочет содрать с больницы много денег. Позвоните юристам, проверьте рентген ноги. Да ты поешь у меня тюремной еды! Ну что? Спросила, что за еда. У меня есть один дар.
Я могу стирать воспоминания. Если вы хотите, я сотру их. Вы забудете, дочь, и не будете больше страдать. Я могу это. Я в школу, мам! Стой! А ты взяла обед? Взяла. Все, пока. Мам, переживу я без экскурсии. Все прекрасно. Это правда. Ты так вкусно пахнешь. Да брось. Сделала уроки? Конечно. Как думаешь? Мам, я смешная? Вовсе нет. Давай после операции поедем на остров Чиджу. Хорошо, я буду снаружи, не волнуйся. Скоро увидимся. Нет. Пусть она живет в моем сердце до самой смерти. Зачем? Вам же так больно. Потому что... Пусть это и трудно. Но я оставлю для себя память о том, какой она была. Чем забыть, лучше я буду любить и помнить ее. Вы не сын председателя. А гнилью тянуло из этого места. Хищение, взятки, халатность на службе. Да. Вот если ваша жена увидит это, я вам не завидую. Лично я терпеть не могу прелюбодеев. Фармацевтические компании устраивают платные турниры по гольфу. Один раунд? $1000? Их проигрыш — это что, завуалированная взятка? Даже в мыслях не было. Как поступим? Может, мне рассказать репортерам обо всем? Поспешите. У него дрожат руки. Во сколько это обойдется? Вы хотите от нас откупиться? Это прекрасно, но только... Мне не хочется наживаться на этом. Лучше вы сделайте что-то хорошее. Я... Да. Конечно. Итак, вы помните девушку, засветившую вам ногой? Да. Это был просто пустяк. Конечно. Я уже и думать забыл. Мне совсем не больно было. Ладно. Ты знаешь, что, возможно, я сейчас спас тебя? Знаю. Ты сделай тоже кое-что для меня. Что же? Да мне... Надо проверить кое-какую догадку. Ты можешь это сказать? Что сказать? Ну... Я люблю тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.